Ребят, всем привет-привет. Мы решили зайти в арабскую кухню и посмотреть, что тут есть. Вчера Рома заходил, говорит, что тут очень вкусно дюнер. Почти как в России. Ну, давайте посмотрим. Нет, на английском языке здесь только арабский и турецкий. Это, блин, как так-то, как он вот понял? Донер. Вот чики донер 100 лир. Но я думаю, что это не то. Вот мы брали вчера вот этот, тавук. Дюрюм. А еду ты хотел какую-то? Еды нет, наверное, да? Да не, я хотел просто что-то другое попробовать, потому что донер понравился. Ну, а это что такое? А вот, может, такой, вот, смотри, это тавук донер 36, это 200 грамм, тавук донер 77, короче, в два раза больше. Ну, а здесь сколько грамм, ты же не знаешь? Здесь 100, наверное. Короче, я сперва попробую вот этот, то, что ты пробовал, а дальше я подумаю, что из этого попробую. Хорошо? Я спрошу, давай спрошу. Давай. You can find this. Yeah, no, sorry, not this. Yeah, this one is like the one in the photos. Show on the sandwich. Yeah. Okay, this one have a four cutting one. Okay. Ah, okay. This one have four. This one have six. I want roll, big roll. Just roll. A big or a normal? Because the big, this big or no. It's normal? This like this, but if you want the roll, yes. This is the normal roll, yes. And this is the double roll. Почему я еще до конца не научился говорить на английском? Okay, double roll. Not cutting, please. Just палка. Just палка? Just roll, yes. Что ты мне заказал? А тебе ничего, а что ты? А вот то, что я тебе сказал, вот это мне сперва попробуем. А. For him, this one. Okay. Wanna drink anything? Wanna drink anything? А, что-нибудь пить будешь? Не. Айран, хочешь возьму тебя? Не, не хочу. Давай. Не хочу, не хочу. Ну, давай, Айран, будешь? Да, давай, ладно. Айран, two pieces. Two pieces of Айран. Yes. Ну все, друзья, меня запустили на кухню, там, где делают арабские донеры. Это для меня что-то нечто. Не каждый раз решает вот так вот пройти, но мне пошли навстречу. Посмотрите, как он искусно это режет, накладывает на рис. Не, ну, конечно, я не знаю, у каждого так получится, таким прям кинжалом или ножом так резать. Все, захотелось кушать. Бу плав, плов, пилав, учту таву, донер. Смотрите, какие ингредиенты тут бывают. Я как понимаю, лимон, огурец, что-то острое, сыр, грибы, кетчинеза и чего-то еще, короче. Смотрите, как жарится картошка. Первый раз я такое вижу. А бу? Тоже курит дырым? В общем, ребят, дали заснять, показали все, еще блюд накормили. Очень вкусное мясо. Сейчас мы жрем наши порции, покушаем, и я вам обязательно передам свои эмоции. Пока все очень круто, арабская тема вообще вкатывает. Не зря, походу, у меня предки арабы. Наверное, это, знаете, какой-то общий такой тандем, или как это называется, связь есть какая-то, да? В общем, ждем, жим еды. Не снимал. Ну да. В общем, вот наши донеры. Одинаковые, отвечаю. Подожди, вот наши донеры, это нормаль, а это дабл, короче. Насколько сейчас вкусно, я тебе скажу. Не, соус. Что за соус ты пробовал? Аром. Нет. В общем, пора приступать к пище, к приему пищи. Давайте мы это вот так вот поставим. И будем пробовать. Вот. Друзья, я давно искал донер, который будет примерно похож на вкус. Такой же, как у нас в Томске. И я нашел. Я сейчас вообще не шучу. Обычно я везде хайл.
здесь донер, а он прям такой кайфовый. Специально сперва попробовал просто, а сейчас попробую вот так вот. Ну, мега вкусно. Я буду сюда ходить часто. Это, ну, в общем, они нашли двух постоянных своих клиентов. Здорово. Да, может быть, золотую карточку нам сделают постоянного клиента. Что-то жестко проткнул. Spicy or not? No. Не острое. Короче, мы поели дёнеров, они настолько вкусные, что мы захотели еще что-то покушать. Да. В общем, девушка нам помогает сориентироваться. Это не остро? Она арабчанка, и английский у нее просто супер. Короче, она показывает заатар какой-то, но я вообще даже с учетом того, что она показывает, я не понимаю, что это. Аджасис? Аджасис. Ну, вот смотри, попробуем. Это какая-то... These games are herb. Это травы, это типа тмин, понял? Ну давай уже заказывать что-нибудь. Не, я такую фигню не хочу. Давай обычную пиццу надо. А, пицца? Ты такую? Да, ну, аджасис? Аджасис. Да, давай вот такую. If you want, like, other thing, can I put it? Спроси, сколько будет по времени готовиться. How many times to cook? Cook. 15 минут. А, видео, no problem? No problem. Ага. Что, сколько? 15 минут. Подождем? Да, окей. Окей. Такую? Да. This meat? No, I don't have it. Vegetarian? Yeah. Это вегетарианская. Посидим ее? Да, ладно, что? Окей, this one. Do you want it? Да? С этим бортики возьмем сыр? Не, без бортика. Мы наелись. Окей, okay, without this. Окей. Big or small? Большую или маленькую? Маленькую, давай попробуем. Small, please. For trying. First time. You want a packet or here? Yeah, here. Okay, do you want to try it for the first time? Yes. Okay, I'll make it before. Okay, thanks a lot. Это шокуритер. Хорошо поговорил, да, на английском? Да, блин, обычная просто. Как... Это же там без всяких там... разговоров про политику, про за жизнь. Просто обычные, ну, фразовые выражения сервисные. Но наблюдать было интересно. Короче, ждем. В общем, пока Ромы не было, унесли его вкусные какие-то штучки там, знаете. Ром, ты заметил, что чего-то нету? Лимоны мы забрали с огурцами. Да, я пытался ей сказать, что это нужно оставить, она окей, и забрала, причем этот мой соус тоже. Понял, да? Ну, принесла, страшного. Видишь, этот нам горячий чай, сказала, что на улице холодно, чтобы вы не мерзли, и вам будет бесплатный чай. Фри, говорит, угощайтесь. Я сказал, что это было ей сказать, что здесь... Не холодно. Мне и холодно. Показать ей фотку из Томска. Не, мне реально уже холодно съесть, да? Так что будем пить чай. Спасибо. У нас такое мнение создалось, что хозяин... Да, хозяин клиентоориентирован. Он сделал бизнес, открыл кафе и ну, делает все возможное, чтобы клиентам у него понравилось, и они вернулись. Просто нельзя этого такого же сказать про другие кафешки, где владельцы турки. Вот. И мне кажется, вон там драка. Турки дерутся. Ну ладно, это не про видео. Я не буду это показывать. Да, они там что-то схлестнулись. Ну туда ушли. Я тебе скажу, что я первый раз слышу, чтобы на улице здесь была драка. Ну, не драка, потасовка какая-то. Так вот, клиентоориентированное место. Здесь приятно находиться. Здесь все предугадывают, предвосхищают желания клиентов. И даже дали нам снять, да, вот, сделать крутые кадры. Типа. Все для вас, одним словом. Вот и наша пицца. Thank you very much. There's another one thing. It's came, okay? Что сказала? Take the care. And I don't want you to think the iron, the chai and the thing is coming, it's free. Iron free? Are you sure? Yeah, because like it's your first time trying this food and this restaurant, the owner is Arab,
Что это такое? Он говорит, для вас Айран чай бесплатно, потому что вы у нас первый раз. Да ладно. Thank you very much. Что? Короче, она выразила свою благодарность, то, что мы первый раз зашли к ним. И, ну, то есть это такой жест. Айран и чай бесплатно для нас. Ну, круто, что. Thank you very much, да, кушаем дальше, спасибо. Процесс уже сытый, ну, настолько это вкусная пицца просто. Она вегетарианская, то есть мяса тут нету. Но для меня грибы это как мясо. И в общем я ем и кайфую сейчас. Paper, it's not hot or hot, okay? Что это спросить? And with cheese. So enjoy. Thank you very much. Что она сказала? Она, походу, тоже бесплатно. Ага. Мы это не заказывали, но мы про это спрашивали в меню. Ага. И она сказала, что это национальная... Сирийская? Короче, штука, не понял. Ну, что-то я про Сирию услышал. Ну да, и она типа дала, может, на пробу. Круто, слушай. Ну ладно. Спасибо. Очень приятно. Кушаем дальше, мы уже объелись, но что уж поделать. Дальше кушаем. В общем, я уже ем вот эту пиццу, которую нам принесли, да? Скажу, что она очень вкусная, но для меня лично островата. Рома говорит, что не придумывает. Ну, у Ромы это его, скажем, восприятие желудка, да? Или на вкус, как это лучше сказать? Я буду заказывать ее в дальнейшем. Да? Ну, а мне, допустим, вот это больше зашло. Вот. Не, вкусно в любом случае и то, и это. Арабская кухня просто огонь. Вот именно вот это вот арабская. Я как понял, да, и Сирии они, но, блин, просто тема. Спасибо большое этой кухне, очень приятно. Thank you very much. И гечаля. Кухня нас максимально удивила. Я не ожидал, что нам дадут 4 кусочки пиццы, как, ну, фирменных сирийских, бесплатно, плюс 2 айрана и 2 чая. Вот. Говорит, холодно на улице, типа вы сидите мерзнете, погрейте свои, найти вам чая. И далее потом уже эти кусочки и айраны сказали за счет заведения. Представьте, да? Вот так вот и живем, в общем. Ну, в общем, все очень вкусно. Идем домой, оставайтесь с нами, следите за нами. Будем стараться снимать также в кухнях, проситься и делать красивые кадры. Всех обнял, пока-пока.